Всем привет! И первый матч первого раунда турнира — это у нас Ангел, один Ангел обычный, против 26 Аспи Кончик. Кто вообще не выкупает, почему и зачем, в начале плейлиста будет видео, где я все объяснил. Ну, посмотрим, что у нас получится. Стараемся за обоих персонажей адекватно отыгрывать. Оба персонажа первого уровня, поэтому все норм. Подбегать смысла нету, да? Ну, просто можно стоять, в принципе. Ну, за персонажа ничего не делаем. Так. Ага. Ага. Тактика. Ладно, надо понять за кого-то. Ну, допустим, первым будет бить тот, у кого больше скорость и инициатива. 6-11 против 7-13. Ну что ж, по справедливости будет первым бить у нас Аска Гонча. Угу. В принципе, обилки все использовать можно. Ну, естественно, персонажи не должны вообще ничего делать. Так, и в принципе, с учетом того, что еще мораль выпадает, да, но это все нормально. И достаточно легко побеждает Ангел. Матч номер 2. 80 Дриад против 6. Темный Гидр. Даже не знаю, что здесь может быть вообще. Ну, ману использовать можно, как я и говорил. Все можно использовать, то есть существа могут использовать все, что у них есть. Герои не могут ничего использовать. Окей, минус Гидра уже сразу. Минус Дриада, правда, тоже. 5 Дриада. Инициатива у нее, конечно, гораздо выше. Ей еще и на атаку не отвечают. Но все же она при этом еще и хрупенькая довольно-таки. На тупо в два раза чаще ходит. Она просто затыкает Гидру через удачи. Ну, в принципе, не без шансов, скажем так, да? При определенных условиях победа возможна. В принципе, уже перестает потихонечку пробивать Гидру Триад. Ну все, одна Гидра сейчас остается. Угу. Слишком высокая инициатива, да, и плюс то, что Гидра на атаку не отвечает. То есть в бою один на один. Дриады, конечно, делают больно. Ну-ка, 41 жизнь. И в то же время 10 всего Дриад. Да? Так. Конечно, Гидры тоже непростые ребята, да? Что вот так постоянно бьют. И ядом. Слушайте. Неужто? Не, скорее всего, проиграет Гидра. Прямо сейчас, да? Или нет? Да ладно. Жесть, какой матч. Жесть, какой матч. Жесть, Гидра победила. Вау, вот это имбище. 80, я был уверен, что Дриады чуть ли не финал пройдут. Да, учитывая их дешевую стоимость и все такое. И то, что враг не отвечает на атаку. Слушайте, ну, Гидра имба прям, конечно, ничего не скажешь. Ждем дальше. Третий матч турнира. Значит, теперь у нас 3 гидры, обычные, не лучшие гидры, против 37 чертей. Да, вот так вот одинаковые они по стоимости. А, персонажи, как всегда, первого уровня, ни на что не влияют. Ну, да. Типа того. Защита. Хотя, наверное, правильнее вейтиться, да, будет.
Так, и смотрим, что у нас будет. Мне кажется, тут без шансов. В общем-то, да? Для чертей. Да, да, слишком неравные соперники. Ну, все честно, все честно. Все по цене, все четенько. Легчайшая победа для Гидры. Ну, черти это такие, да, саппортики, ману сосут. Ну, пускай сосут, собственно, дальше. Бой номер 4. Это 18 боевых магов против 17 дочерей Земли. Оба существа 4 уровня, оба улучшенные. По-моему, причем оба даже 3-го тира. И количество примерно равное. Ну, я ставлю на боевых магов. Сейчас посмотрим. В целом, как я говорил, все способности можно использовать. Выстрелов у него 6. Я думаю, этого вполне хватит. Угу. Что вы у нас умеете? Замедление. В целом, возможно, имеет смысл сделать замедление. То есть я, ну, играю в силу того, как умею, за обоих героев. Никому не подсуживаю. Ну, то есть играю так, как я бы играл в данной ситуации. Так, герои просто ультра часто ходят. Ничего страшного. Так, что-то у меня уже есть некое подозрение, что дочери Земли могут победить вполне. Так, ну все, ближний бой начался. Минус 3. Так-то больно. Угу. Ну, мы сейчас, конечно, проверим. Но пока что все выглядит так, будто бы дочерь Земли победят. Но это пока. Пришло время, думаю, для кулака. Окей. Жесть. Дочерь Земли что-то как-то прям разрывают. Не на жизнь, а на смерть. Они дошли быстро, да? То есть, в целом, у магов, по-моему, шансов, ну, особо нету, честно говоря. Уже и кулак 0 урона наносит. Ну, боевые маги, кстати, вот думаю, что архимаги смогли бы победить в этой битве. Но тут, конечно, что-то без шансов. Ну, либо, может, я что-то неправильно делаю, пишите в комментариях, если я что-то делаю неправильно, но это может быть по-другому как-то биться. Но победили дочери Земли. Да, напишите, если что-то не так, я перепройду бой, переделаю его. Окей, покеда.